Друзья мои, всех приветствую вас на нашей полевой такой вот кухне. Мишка заболел, я за него. Итак, друзья мои, сегодня мы с вами будем готовить замечательный армянский шашлык. Когда мы делали первые рецепты шашлыка, нам очень много пытались рассказать о том, что вот неправильные маринады, зачем мясо добавлять, там виски, бренди, зачем там мед. Короче, друзья мои, есть у меня один хороший друг, такой очень опытный армянин, он мне рассказал один секрет приготовления шашлыка. И вот у меня этот секретный ингредиент есть. Называется он пажитник. Вот так он выглядит, достаточно белая такая штука. В Грузии, на Кавказе он называется чаман. У нас его можно найти под названием пажитник. Вот я покупал 300 грамм его. Вот я его покупал 300 грамм, мне вот этой банки, ну, на год практически хватило, если не учесть, что я большую часть использовал на бастурму видео, вот здесь можете посмотреть. Итак, чаман, черный перец, соль, петрушка, немножечко укропа, лук и непосредственно само мясо. Разогреваем наши угли. Мясо будет мариноваться буквально в течение 30-40 минут. Пока угли догорают, доходят до кондиции, мы с вами будем заниматься мясом и его мариновать. Приступаем. Итак, друзья, с чего мы начинаем? Нарежем мясо кусками. У меня вот здесь такая вырезка, она достаточно жирная. Это хорошо. Потому что если мясо у вас сухое, такое достаточно диетическое, можно... Оно называется... Как же оно по-русски называется? В общем, на испанском оно называется синта. Выглядит оно примерно вот так же, только нету вот этого куска жира, оно диетическое. Куски мяса нарезаем. Вот примерно такой толщины, тут 2,5-3 сантиметра. Можно длинное, можно разрезать еще на две части. Зависит от того, какой у вас мангал, как вы будете мясо накидывать на шампуры. Также мы приготовим, замаринуем вот ребра, хорошие свиные ребра. Лук в самом конце. Вот такие кусочки мяса, не очень толстые, чтобы они успели прожариться, но не очень маленькие, чтобы у нас не получились сухарики. Куски мяса, как ребра, будем разрезать примерно по 2 кусочка на порцию. Можно по одному, можно по 2. Я сделаю по одному кусочку на порцию. Тоже вот примерно так же, как и свининка получается. После того, как у нас мясо нарезано кусочками, занимаемся луком. Лук режем крупными кольцами. Кольцами, полукольцами, кусками. Это только в хороших картинках показывается. Шашлык идеальный с кусочками лука. На самом деле лук практически нигде не используется. И служит только для мариновки мяса. То есть на сам шампур надевать его не нужно. Теперь, когда добавляем его в мясо, берем и хорошенечко его вот так вот руками разламываем, чтобы лук дал сок и сок пропитал наше мясо. Здесь примерно 2 килограмма мяса, 1,5. Я возьму 2 луковицы, можно одну брать. Просто так будет быстрее. Куски лука должны быть такие, чтобы вы могли в своих ладонях их хорошо размять. Размешиваем мясо с луком. Так, хорошенечко, чтобы на каждый кусочек мяса попало свой кусочек лука. Теперь зелень. Зелень режем также достаточно крупно. Берем зелень в ладошку. Берем необходимое количество соли, которое для этого мяса мы планируем использовать. И хорошенечко растираем соль с зеленью. Это позволит зелени быстрее отдать свои ароматы, пропитать мясо
Видите, руки сразу зеленые стали, и это хорошо. Так вот. Никакой кислоты, никакого лимонного сока, никакого уксуса. Сохраняем максимально чистый вкус мяса, хорошего мяса. Черный перец. Не душистый, просто обычный самый черный перец по вкусу. Теперь наш пажитник. Чаман. Без которого не обходится ни одна бастурма настоящая. Ни один армянский шашлык или кавказский. Буквально чайную ложечку, пол чайной ложечки на вот этот объем нам нужно этого чамана. Все. Теперь еще раз хорошенечко все перемешиваем. А, вот добавил чаман и все. Запах просто сводит с ума. Ребята, в интернет-магазинах найти просто легко и просто. Не то, что я в Испании, когда первый раз делали бастурму, не могли найти, то есть искали по бешеным ценам, там, 50 евро за 100 грамм. За вот эти 300 грамм я отдал, ну, порядка, по-моему, 200 гривен, и вот на целый год мне его хватает. Размешиваем. При необходимости можно еще мясо подсолить. Итак, друзья, мясо у нас стоит в тени, оно отдыхает, оно маринуется. Порядка, ну, минимум 20 минут ему нужно. В нормальном режиме 30 минут, 40 минут, но максимум 1 час. Дольше его держать не стоит, иначе пойдут волокна распадаться. Все, ожидаем, пока подготовятся наши угли, и приступаем к жарке. Итак, друзья, прошло 40 минут, как мы поставили наши угли разогреваться, мясо мариноваться. Самое время для того, чтобы одеть на шампуры наши прекрасные кусочки и поставить жариться. Приступаем. Для этого нам понадобится бокальчик хорошего пива. Рекламировать не буду, мне за это деньги не платят. Но все мужчины, когда готовят шашлык, любят что-то пить. Кто-то вино. К сожалению, вина есть, но есть пиво. Поэтому пьем пиво, жарим шашлык, радуемся жизни. Итак, начнем. Того, что у нас было, это ребрышки. Протыкиваем вдоль, смотрим, чтобы оно хорошо зафиксировалось, когда мясо переворачивали, чтобы оно не прокручивалось. То есть можно посмотреть, как одевать, где-то возможно нужно пустить наискосок, где-то вот так вот волной, у кого как будет получаться. Так, проталкиваем наше мясо на шампур. Я не буду смешивать ребра со свининкой. Каждый из них готовится по-своему, свой кусочек времени. Вот такие вот симпатичные шашлычки. Не нужно прижимать их очень близко друг к другу, потому что будет влиять на скорость прожарки. Аналогичным образом поступаем со свининой, с кусками вырезки. Вот если будет оставаться зелень, так ее здесь и оставляйте. Она будет падать на угли и давать нужный нам прекрасный, хороший аромат. Итак, друзья, если у вас попался не ошеек, а очень пресное мясо, делайте следующую вещь. Когда будете мариновать мясо, добавляйте небольшие кусочки хорошего чистого сала. Одеваете его между мясом, оно будет наполнять его сочностью, оно не будет давать ему выжариваться, и будет получаться также вкусно. Кусочек мяса, кусочек сала. Ну все, пора жарить. Итак, друзья, приступать готовить шашлык нужно тогда, когда угли подернулись белым пеплом. Но при этом температура... вот, уже горячо. Достаточно высокая. Не нужно бросать мясо сразу на горячие или на совсем красные угли. Иначе оно начнет гореть, а вкусный сочный шашлык вы не получите. Вы его получите либо сырой и пригорелый, либо засушенный, как сухарики. Все, располагаете шашлык. Как у вас идет размер мангала. Ну и каждые секунд 30-40 нужно за ним смотреть. Его переворачивать, подтягивать. Как у вас будет получаться. Температура хорошая, закрывать я не буду. То есть использовать как барбекю. В данном случае мы не будем. Просто будем спокойненько жарить, как обычный шашлык на мангале. Так, друзья, шашлык готовится, не забывайте его переворачивать. Видите, буквально пару секунд, и уже покрывается хорошей аппетитной такой корочкой. Переворачивать ее еще будет не раз нужно. Всегда имейте на подхвате
подсоленную водичку, ну, на крайний случай, пиво. А, вот такой замечательный шашлычок у нас получается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь нашими видео. Пока готовится шашлык, вы могли часто наблюдать в фильмах или в ресторанах. Вот стоит человек и вот так вот машет. Это не для того, чтобы раздувать угли, а для того, чтобы вот этот дым, который поднимается, возвращался обратно. И шашлык приобретет такой более копченый аромат, с дымком более вкусный. Поэтому находите какую-нибудь газетку, журнал, в моем случае это вот контейнер из-под мяса. И потихонечку вот так вот обмахивайте, это придаст дополнительный вкусный аромат для вашего мяса. Держу, а ты бей. Хорошо. Давай. Не, ну ритм давай. А, слабачка. Почему это я слаба? Не знаю. Итак, друзья мои, шашлык готов, он отлично прожарился. Вот такие у нас красивые, ароматные кусочки шашлыка. Выкладываем их на тарелку. Итак, друзья, шашлык золотистый, вкусный. Хороший, готов. Украсим это все зеленью. Кому как будет угодно. Кто-то понарежет мелко. Кто-то так просто положит. К шашлыку я рекомендую хлеб, который я готовил вот в этом видео. Называется он пырлинки. Это болгарский хлеб. Такой псевдолаваш. Очень вкусный, тоненький. Давайте отрежем кусочек мяса, посмотрим, что у нас получилось. Видите, друзья, шашлык полностью прожарился, он сочный внутри. Самое время его попробовать. Соус для шашлыка вы можете использовать самодельный, можете взять покупной. Кусочек мяса, лавашик или по нашему рецепту приготовленный хлеб. Шашлык идеальный. В действительности соль, перец и чаман, он же пажитник. Идеальное сочетание. Мясо сочное, ароматное. Причем настоящий вкус свинины, он остался так, как он есть.